Ура, друзья, громче, давайте аплодировать, поддерживать и встречать. Прокатиться на импровизированных санях, выпить безалкогольную студенческую медовуху и удивить всех своим креативным нарядом. Именно так в Аграрном университете студенты отмечают Татьянин день. Несмотря на зимние каникулы и холодный ветер, на главной площадке учреждения собралось несколько сотен студентов и гостей. Каждый год приходят гости к нам посмотреть, что же нового представили наши студенты, потому что студенты действительно очень много работают, очень много готовятся. В командах своих, факультетских, очень долго не спят, когда идет подготовка. И в этом году они действительно нас удивили. В этом году у нас были соревнования в рамках саней, которые подготовили факультеты, стилизовав их под свое направление. В рамках зачетных книжек, которые сегодня наш уважаемый руководитель, ректор Владимир Николаевич Ситников, посахарил на удачу перед грядущими сессиями. И, естественно, отрезали мы хвосты должникам, которые, естественно, в жизни тоже, надеюсь, отрежутся по-настоящему. Чего только не придумали студенты Аграрного университета к празднику в этом году. Например, такой вот студенческий бобслей. Будущие инженеры создали большую 6-метровую фуру с сигнализацией, фарами и аварийными маячками, специально для гонок на санях. На воплощение шедевра инженерной мысли в жизнь у ребят ушло всего лишь 2 дня. Легендарная, мощная, самое главное, российская! Инженеры постарались на славу! Недолго думали, когда узнали, что надо сделать что-то грандиозное ко дню студента, сразу поняли, что нужно строить самое большое, поскольку мы учимся на технической специальности. Создали макет, сделали концепт и в итоге создали 6-метровую фуру с тягачом и отцепным прицепом. Потрудились и сделали проводку. У нас есть ближний свет, аварийка и клаксон. Аккумулятор спрятан под сиденьем. Так, ну да, попробуем, клаксон работает или нет? Устроили студенты и дефиле Татьян со стилизованными зачетными книжками, а также символическое обрубание хвостов у двоечников. После традиционных конкурсов всех виновников торжества поздравил в Рио ректора Аграрного университета Владимир Ситников. Вообще я хотел бы сказать о том, что наши студенты – это не просто наше будущее, это и настоящее будущее и нашего региона, и нашего университета. Именно студенты сегодня являются драйвером и развитием многих процессов, которые проходят в университете. Поэтому для нас очень важно, во-первых, сохранить традиции, которые были заложены в университете, в студенческой среде, приумножить эти традиции. Поэтому очень много мероприятий сегодня проходит. Нам важен климат, та атмосфера студенческая, которая есть сегодня. И, конечно же, самых активных и находчивых студентов в их профессиональный праздник наградили призами. Лучшие из лучших получили памятные грамоты и сладкие подарки. Никита Лукьянченко, Игорь Маслиев, АТВ «Ставрополь».